Первым этапом отремонтируют дорожное полотно от речки Анапки до 19-го дома на Пионерском проспекте. Следующим – от улицы Ростовской до 147-го дома. Сейчас проходит презерование ямы впадин. Затем покрытие очистят от пыли и грязи, проведут ямочный ремонт и заасфальтируют проспект на всю ширину дороги. При благоприятной погоде ДРСУ «Вираж» обещает завершить капремонт проспекта до конца июня и приносит всем автомобилистам извинения за причиненные неудобства. Капитальный ремонт ждет еще 5 крупных участков дорог – на улицах Красноармейская, Черноморская, Лермонтова, Гоголя и Краснодарская.